Друзья, приехали мы сегодня в Республику Марий Эл делать геологию. У нас сегодня мобильная установка вот такая вот. Так как большие буровые машины, далекие расстояния ездить трудозатратно. И поэтому пользуемся вот мобильными бурильными установками. Будем делать геологию участка, посмотрим, какой уровень грунтовых вод, какие грунты, свойства грунтов. Это на расстоянии какого метра, там сколько сантиметров? 4,30. Такой, да? Сколько ты не пошел, где-то вот столько он начался. Да, где-то сантиметр 20. Давай чисти, Саша. Крокодила бегемота. Сейчас будет, да?
резюмируя, что там можно сказать? Резюмируя? Да. Все нормально? Первое, это плодородный слой. Сколько сантиметров? 30? 30 сантиметров почвы. Потом идет твердый суглинок. Суглинок, ну, до 3-3,30 метров. Суглинок, ну, внизу уже повлажнее, ближе к такому пластичному. Потом песок начинается. Вода сейчас не... возьму. Там что-то есть? Сейчас возьму, подожди. Вода не замечена, да? Вода есть. Вот, вот в конце появилась. Есть там уже. Вот сейчас выходит. Вот на этом, где песок начался. Потому что вода есть, уже образцом не берется, потому что каша. Да. Ну да. Вот 4,5-4,70 вода появилась. Я пленку тебе. Давай. Самое главное, информация есть. Информация, ты заебись. Он тебя снимает, ты материшься. Во, видишь, водяной, да, такой песчаный песок? Да, вот с водой пошел. Он запесоченный. Он же сказал, убираю. Участок достаточно ровный. Молодая посадка. Березы, хвоя. Такой хороший лес будет в будущем. Природа, красота. Что там, результат какой? Суглинок запесочный. Серый, что ли? Нет. Графины делать не пойдет, да? Не графины, как там из глины? Кувшины. Кувшины. Кувшин делать не пойдет, значит. Пускай этот делает. Карьер не будем открывать. Карьер? Карьер не будем открывать, да? Дом будем строить. Ну да. Только под дом подходит участок. А у нас в кувшине сидит на... Джин. Джин. На него нету. Попади, не попал. Оттянулся, оно уже там. Вот сейчас тут. Какой метр идет у нас сейчас? 5. Для бурения вода есть. Что такая же? То же самое. Песком? Он не чистый суглинок. Песком. Запутается здесь сверху. Сверху песок, потому что... Там получается, чем глубже, тем менее плотный грунт, да? Ну там уже вода, он более мягкий становится. Стенки не держит, а разрушается. Не-не, он говорит, сам консистенция грунта. Там уже вода появляется, и он обычно этот мягкий. Вот это убрать надо. Ну вот, угой. О, какой хороший, видишь? Угой, на. Другой пошел. На. Держи. Другой пошел. Поэтому не зашел. Резко встал, блин. Потому что другой. Да, это совсем другое. Снова пошел. Так, это у нас глубина 6.30, да? Да. Вот это другой пошел уже. Он, блядь, на глину больше похож, смотри. Да, да, на едышку похож. Вот это 6.30. Это уже полностью едышка. Другой. Еще одну загнать, посмотри. Что там у нас? На дне. Суглинок идет, да? Другой. Итак, все у нас, работа закончена. Были мы в республике Марьел, Варшанский район. Участок достаточно ровный. До 3 метров суглинок. Ниже идет песок. До 4-80 сантиметров. Дальше уже вышла вода. В общем, участок хороший, грунты тоже хорошие. Фундамент уже через 2 недели получим результаты грунтов. И можно уже определяться, какой тип фундамента на данном участке можно спроектировать.
и организовать под дом. Соответственно, надо смотреть вес дома, все это надо учитывать. Поэтому обращайтесь, сделаем геологию, занимаемся строительством, построим. Все, всем пока.